Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Антон, а мы сегодня с вами поиграем в игру под названием Portal. Друзья, я всем желаю приятного просмотра и отличного настроения. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь выпуском. Обязательно, ребята, ставьте как можно больше лайков. И я не просто так решил пройти первую часть этой легендарной игры. Дело в том, что мое прохождение Half-Life 2, достаточно популярным стало. И на фоне этого я решил как бы поиграть в Portal. Вот, благо на канале у меня прохождения этой игры нет. По какой-то причине непонятной, но ладно, новая игра. Я уже игру эту проходил, ребят. Вот, это было давно, я уже ничего не помню, поэтому начать новую игру. Замолчи. Что ж ты будешь делать? Понятно. Добро пожаловать в компьютеризированный экспериментальный центр при лаборатории исследования природы порталов. Мы надеемся, что ваше кратковременное пребывание в камере отдыха доставило вам положительные эмоции. Анализ да вообще. Особенности вашего организма завершен. Мы готовы приступить к опытам. Перед началом тестирования хотим вам напомнить, что хотя основным принципом экспериментального центра является обучение в игровой форме, мы не гарантируем отсутствие увечий и травм. Из соображений вашей безопасности и безопасности окружающих воздержимся. Держитесь дотрагиваться до чего бы то ни было вообще. Por favor, pardon, de favor, muchas gracias, de favor, gracias. Приготовьтесь к открытию портала. 3, 2, 1. Так вот он уже открылся, алё. Ладно, подальше только от этой музыки, которая там играет в этом, блин, непонятном каком-то музыкальном аппарате. Так, наверное, нужно чувствительность мышки увеличить, да? Так, вот так уже получше как-то. Так, давай, кубик ставься. Поначалу, конечно, тут все просто достаточно. После каждого испытания подопытному следует пройти в изоляционную камеру. Обратите внимание на поле раскаленных частиц у выхода. Это экспериментальное поле антиэкспроприации лабораторного оборудования аннигилирует любой оказавшийся в нем предмет, не подлежащий выносу. Например, экспериментальный утяжеленный грузовой куб. Угу. То есть, если вот так вот... понятно. Понятно, окей. Куб нельзя перенести с собой через эту штуку. Поехали уже. Кстати, наверное, некоторые спросят, а почему ты именно в виде летсплея проходишь, а не стрим проводишь по этой игре? Ну, потому что, ребят, я считаю, что эта игра настолько атмосферная, что для стрима она не совсем подходит. Лучше, если это просто, так сказать, будет... Да-да-да, лучше, если это будет просто летсплей. Поместите экспериментальный утяжеленный грузовой куб на 1500 мегаваттную экспериментальную сверху. Блин, почему... Какого хрена? Кто поставил этот троллинговый музыкальный приемник наверх на камеру? Я ее оттуда достать не могу. Это троллинг. Это просто какой-то троллинг. Так. Стоп, подожди. Так, хорошо. Подожди, вот, прекрасно. Стой. А ну открывай давай. Что? Тут по очереди все это работает. Скорее бы пушку дали, а? О, да. Идеально. Немедленно покиньте исследовательскую. А
подожди ты. Поскольку продолжительное воздействие излучения кнопки на организм не является частью... Что это? Замутили ее раньше времени, она ничего не успела сказать до конца. Ладно, пойдем. Норм, норм. Жесть, опять эта музыка играет. О, да, наконец-то мне дали ее. Теперь вы вооружены опытным образцом экспериментального переносного устройства создания порталов. С его помощью можно открывать порталы. Доказано, что межпространственные путешествия абсолютно безопасны. От самого устройства. Не касайтесь рабочего конца устройства. Не смотрите непосредственно на рабочий конец устройства. Не погружайте устройство в жидкость, будь то полностью или частично. И самое главное, ни при каких обстоятельствах не пытайтесь вынести устройство за пределы лаборатории. Бз. Ладно, пойдем. Как мне эти приемники музыкальные достали? Они, по-моему, они что, на каждом уровне, что ли? Почему они появляются, я не понимаю. Они просто троллят меня. Люто троллят. Тири-тири, тири-тири-тири-тири. Дайте мне возможность пускать красные порталы. Хорошо, это ж изи. Так. Ага. И опять. В целях соблюдения вот так-то. Безопасности и проведения утвержденных. Отлично, помните. Ну что, не ломается, блин, этот приемник. Поехали дальше. Все-таки гениальная игра, гениальная, ребят. Загрузки, эти паузы между загрузками. Добро пожаловать в камеру номер 4. Вы делаете успехи. Ага. Хорошо, хорошо, ладно. Выключите эту музыку! Может, его можно разбить как-то? Да, блин. Пожалуйста, выключись. Выключись, 95,2 FM. Ё-моё. Уйди отсюда нафиг. Пошла вон. Вот отличный результат. В соответствии с протоколом тестирования, в следующей камере наблюдение за испытуемым отсутствует. Никто не придет вам на помощь. Удачи. Наблюдение за испытуемым отсутствует. Лучше бы сказать, что отсутствует музыкальный приемник. Было бы гораздо лучше. Ох, даже без загрузки на этот раз. Прогресс. Так, 5 уровень. Да. Да, ребята. Наконец-то. Тишина. Просто тишина без этой музыки. О, да. Так. Ну что? А там...
Вот так вот делаем. Вот так вот делаем. И на изичек беру просто кубик. Ну это легкие загадочки в самом начале, конечно. Сколько можно? Иди, просто уйди. По протоколам тестирования, наше предыдущее утверждение об отсутствии наблюдения за камерой было намеренно ложным. Отлично. В соответствии с протоколом тестирования, с этого момента мы перестаем говорить правду. 3, 2, 1. Да, мы перестаем говорить правду. Нормально. Ну-ка, а можно его, интересно, расщепить? Да! Сволочь. Все зависает. Наверное, зависает запись во время загрузки. Скорее всего, именно так и происходит. Несмотря на то, что они выделили экспериментального центра, является безопасность испытаний, высокоэнергетичные шары, образец которых находится в левой части камеры, могут привести и регулярно приводят к таким невозможным увечьям, как полная аннигиляция. Соблюдайте осторожность. Невероятно. Может вами гордиться. Тина играет. Она там играет, я не могу оттуда достать этот хренов приемник. Ты, блин. Ладно, ладно. Интересно, хоть один уровень будет без этого троллингового приемника музыкального? Я уже по субтитрам вижу, что она тут играет. Сколько можно? На всем мобильном оборудовании. Между тем, резкий звук и яркий свет раздражают высокоэнергетические шары, вследствие чего сигнал. Хорошо. Воспользуйтесь нестационарными экспериментальными часами, чтобы достичь изоляционной камеры. Так, ну тут нужно дождаться, пока подъедет она. Вот все, едет, хорошо. Неплохо. Прогресс. Ну давай уже, возвращайся. Полюбас загрузка сейчас будет. Прям не знаю, прям. Да, загрузка, как я сказал. Легкая музыка, как ты меня достала. Что ж ты будешь делать? Что в этом испытании добавлено наказание за ошибки. Любой контакт с полом камеры приведет к пометке неудовлетворительно. На вашем бланке тестирования и немедленной гибели. Удачи. Вот, нормально. Так. Так, и... Понятно. Понятно, походу тупняк начал. А, вот все нормально. Все отлично. Сейчас все будет, смотри. Да, отлично. Теперь мне надо попасть туда. Так. Опа. Неплохо. Так, ну
только падла. Падла такая, блин. Хотел взять и выкинуть этот приемник в эту зловонную жижу. Впечатляюще. Заметьте, что иллюзия угрозы жизни создается для того, чтобы у вас остались как можно более яркие ощущения от испытаний. Ланти, заливать-то мне баки. Ты же мне будешь мне тут и заливать баки. Так. С сожалением сообщаю, что следующее испытание непроходимо. Даже не пытайтесь искать решение. Откуда музыка играет? Экспериментальный центр приносит вам свои извинения за неисправность камеры испытания. О, да. Я уничтожил его. Так. Экспериментальный центр вновь приносит вам свои искренние... Поразительно. Вы сумели сохранить решимость и сохранить решимость духа в специально созданной атмосфере глубочайшего пессимизма. Да-да-да. Завязывай давай троллингу уже свой включать. Непроходимое испытание. Ага, еще скажи непроходимая игра. Лгунья. Вот так. Лгунья. Еще раз повторяю предупреждение. Для успешного кинетической. Оп, да, неплохо. Ну хоть музыки нету. Так. Угу, я так понял. Замечательно. Вы начали понимать, как проход через портал влияет на кинетическую энергию тела. А именно, никак. Да ланьте, никак. Чё ты тут баки заливаешь? Хорош врать. И что? Во. Между порталами продолжает действовать закон сохранения энергии. Говоря языком дилетанта, что быстро влетает, то быстро и вылетает. Что быстро влетает, то быстро вылетает. У-ху! Так. Я не попал туда, куда хотел. Понятно. Почти. Не, стоп. Это хорошая мысль была. Блин. Так, сейчас будет все, сейчас все будет. Нет. Короче, тут сначала вот так. Да, блин. Сначала, короче, нужно снизу. Да, снизу говорю. Кому сказано? Вот, вот так. Потом вот так. Ну, почти. Это было близко, да, в любом случае. А, так. Ах.
Не попадаю сразу, не попадаю в эту тему. Вот это хорошо очень было. Прям вообще замечательно было. Но слабовато. Наверное, сюда портал нужно поставить. Да, я невнимательный осел. На. Так. А подожди. У-ху! Я люблю сам себе усложнять задачу, я знаю. Так, а можно как-то достать приемник этот? Просто, может быть, из мести его, может быть, ребят, достать. Давайте я из мести достану его. Меня он бесит. О, да. О, да. Наконец-то. Так. Так. Давайте я с собой его возьму. И расщеплю его нахер. Че это? Давай-давай, играй-играй. Посмотрю, как ты будешь играть. На! Много слишком сил я трачу на эти радиоприемники. Меня бесят они просто! Не удивлюсь, если есть какая-нибудь... Не удивлюсь, если есть какая-нибудь ачивка в игре, которая, короче говоря, там уничтожит столько-то приемников в этой игре. В опасных условиях экспериментальный центр предоставляет помощь в виде полезных советов. К примеру, контакт с этим полом вас убьет. Постарайтесь этого избежать. Угу, хорошо, ладно, я понял. Наверное, понял. Опа. Что же мне там надо сделать? Мне надо трое телепортироваться, наверное, да? Вот. Давай сюда. Вот так вот давай. Пожалуй. Окей, как теперь мне обратно вернуться-то? Как мне вернуться обратно? Об этом не подумал. А, стоп. Давай. Меняй. Еще раз. Давай быстрее. Вот, ништяк. Опа. Так, сейчас будет второй портал, красненький. А быстрее. Устройство было подвергнуто модификации и теперь способно единовременно создавать по два связанных между собой портала. Руководствуясь опциональным пунктом протокола тестирования, мы рады сообщить вам занимательный факт. Теперь устройство стоит дороже, чем годовой доход и внутренние органы всех жителей в городе. Внутренние органы? Интересно. Давай, езжай. А приемник-то где? Где-то музыка опять играет, это троллинговая, ну ладно. Где-то тут рядом прям совсем. Ну ладно. Езжай. Главное, что пушка модифицирована.
самое важное. Ох, вот так вот даже, да? Так. Так. Прекрасно. Скрежет металл, что это сделало? Ага, кубик. Кубик готов. Да блин, ну как же так? Ну хорошо же должно было получиться. О, даже с запасом, ты подумай. Так. Нет? Неужели самому все придется делать? Ну ладно, так уж и быть. Пошел. Да блин. Успокойся уже, стой ровно. Заходи. Друзья, давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.